Всем привет, дорогая церковь! Меня зовут Эмирим, я из Кыргызстана, с города Бишкек. И я бы хотела бы с вами поделиться своим маленьким, но очень важным свидетельством. До саммита я отдалилась от церкви, и получается, я все время задавалась вопросом, это ли мой путь, нужна ли я Богу, для чего я здесь хожу. Но все-таки я победила себя, зарегистрировалась на саммит и приехала. Первый же день, хотя я нахожусь в этой церкви очень долго, я чувствовала себя как не в своей тарелке. И когда апостол говорил, что Бог, несмотря ни на что, любит нас, я заснула мыслями, что «Бог, любишь ли ты меня?» На второй день, когда была молитва апостола, когда он призывал Духа Святого, когда он говорил, что Бог любит, несмотря ни на что, несмотря на наши грехи, несмотря на то, что мы все делаем, Дух Святой так сильно коснулся меня. И Бог начал показывать мне, показал свой большой трон, рядом с ним был Иисус, и я стояла перед ним, склонив голову, и просто проговорила: «Бог, вот я перед тобой, нужна ли я тебе, что любишь ли ты меня?» Как вдруг я опустила голову, я ждала его ответа, и просто он через одного брата подошел и обнял. В тот момент я начала очень сильно рыдать, потому что, хотя я столько лет уже верующая, но такую любовь, то, что, несмотря на то, что мы, может быть, пропускаем, он любит нас. Я очень сильно благодарна Богу за то, что попала на этот саммит, за то, что, несмотря ни на что, я приехала. И это был мой первый саммит, на который я приехала. И я ожидаю еще и следующих саммитов, чтобы приехать с таким ожиданием.